Меня зовут Мила, я ездила в Ауринко 6 раз. Мне нравится ездить в этот лагерь, потому что тут все хорошие. И Ауринко — это самый лучший лагерь, потому что тут узнаешь новых друзей и учишь английский. Мне больше запомнилось, когда мы вместе все показываем свои таланты или приезжаем все и знакомимся на свечках. А мне Ауринко очень понравилось. Ауринко — это место, в него просто влюбляешься, и это, как бы странно ни звучало, любовь навсегда. Съездив один раз, обязательно вернешься туда 2, 3, 10 раз. Сколько? Можешь, только и вернешься. А сколько ты раз была? Вот этот раз у меня второй был. Но я останавливаюсь на этом.